Я адвокат, и мне досталась тяжелая доля защищать свободный интернет и его обитателей в российских судах. Каждый день уже 6 лет мы боремся с попыткой закрепостить Рунет и подчинить его допотопным правилам аналогового мира, в котором все строилось на контролируемой иерархии федеральных каналов зомбоящика и крупнейших издательских домов, главные редактора которых назначались чиновниками и олигархами. Время поменялось, но их подход остался все таким же. Я хочу обратиться к органам власти, к тем, кто узурпировал власть, либо получил ее случайно. Я хочу обратиться к депутатам Государственной Думы, которую превратили главный законодательный орган страны в личную типографию администрации президента. Я хочу обратиться к органам исполнительной власти, которые взяли себе сами полномочия, сегодня напалмом выжигают нашу цифровую среду. Я хочу обратиться к судам и к правоохранительным органам, которые похожи сейчас на цепных псов режима. И они ожидают, что со стола им достанутся объедки и кости тех мучеников, которые сегодня сидят в тюрьмах за свободу слова, за свободу самовыражения. У вас уже все в прошлом. Вы не понимаете ни нас, ни технологии, которые мы используем сейчас и которые мы будем использовать завтра. Ваши привычки несовместимы с принципами децентрализованной сети. Вы отравляете наш воздух, вы позорите Конституцию и превращаете закон в посмешище, лишь создавая пропасть из нигилизма между нами и вами. Вы ничего не понимаете в интернете, и вы хотите контролировать его. Оставьте нас в покое! Оставьте нас в покое! Оставьте нас в покое! Я хочу обратиться к вам, жители этого цифрового океана. Каждый из вас ежедневно создает контент. Вы создаете технологии. Вы и есть сеть. Вы и есть свободный интернет. И у вас сегодня есть отличное оружие. У вас есть два оружия в ваших руках. Первое. Дал нам старик Ганди. Это сатиграха. Гражданское неповиновение и несотрудничество. Я призываю вас отказываться от тех сетей, которые сегодня исполняют российский закон и фактически потворствуют оккупационному режиму интернета. Выпиливайтесь из аккаунтов, удаляйте свои профайлы, удаляйте имейлы, Mail.ru, ВКонтакте. Лив интернет, Яндекс, Одноклассники, бегите от этих зараженных гигантов, если они не могут защитить ваши цифровые права. Мы создаем собственный криптомир на основе децентрализации и опенсорса. Второе наше оружие – это закон. Давайте используем закон, чтобы заставить их пожирать друг друга. Мы не одни. С нами все прогрессивное человечество. Мы будем судиться во всех судах за наше право на шифрование, право на анонимность, право на свободу слова и privacy. Мы добьемся своего. Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Спасибо, друзья, увидимся онлайн.